А! Нет, 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 нет! Пожалуйста, нет! Всем хай! С вами Юджин, и не успел я пожаловаться на отстойность предыдущей игры Siren Head, что она, мол, слила мне персонажа, как на мои глаза попадается другая игра Siren Head. Она, блин, атмосферно очень выглядит. Посмотрите, посмотрите, какая атмосфера. Какой-то труп висит на деревьях. И вон я вижу сирены. Кажется, вот это будет стрёмная игра. Несмотря на то, что я знаю, как выглядит Siren Head, моя фантазия такая, я готова воображать самое наихудшее, самое страшное. Итак. Я должен что-то нажать? Итак. Моя школа закончена, и мои друзья хотят, чтобы я пошел с ними на кемпинг. Я не люблю кемпинг, но, знаете, мои друзья говорят: «Эй, Фредди, ты никогда с нами не тусишь. Ты постоянно дома играешь в Atari». Но я только что получил свое водительское удостоверение. Можно поехать и повеселиться. Эй, это первый день лета. South Point Meadows. Вот я еду. Спасибо титрам, что дали мне возможность прочитать себя и перевести. Итак, Park Ranger Guide 5. You can either protect your... Либо ты можешь защищать своих друзей или спасти свою собственную шкуру. Погодите, друзей. Я здесь буду не один. Офигенно! Вот это офигенно сделано! То есть, графика крутая, но фильтр, вот это вот пиксели очень прикольно сделано. Итак, добро пожаловать в South Point Meadows. Здесь темно, так что используйте F to pay respect, когда твои друзья сдохнут. Используйте F, чтобы воспользоваться вашим фонариком. Или E, чтобы взаимодействовать с объектами. Не светите вашим фонариком слишком долго. Это может бесить людей или чего-нибудь. И дальше также используйте R, чтобы ping your next object, чтобы посмотреть на свой следующий объект. Задание, точнее, если вы потеряетесь. Понял. People? А где people? Выходите, people. Вы где? Хорошо, фонарик. Е, чтобы взаимодействовать. Я зашел на машину. Вот это круто сделана игра, прям мне нравится. Только я не вижу своих друзей. Смотрите, какой кадр. Чертовски жутко. Ну, я так понимаю, я могу пойти вообще в любую сторону. Я могу бежать, могу присесть и могу прыгать. Могу прям вот взять и пойти сюда. Мне, в принципе-то, фонарь-то и не нужен. Блин, как круто сделано! И вот я уже потерял машину из виду. Нет, вот вижу рекламный щит. Кстати, а что там написано на рекламном щиту? Щите. А, добро пожаловать. Ладно, давайте пойдем по дороге. Я вообще не знаю, что я встал-то здесь. Да, лучше идти по дороге. Нафиг надо сворачивать вот в это... Вот в это страшное... Это неприятное место. Блин. Ой, что-то испугался. Дерево как будто двинулось. Вам не показалось, что оно двинулось? Это что, радиовышка, да? Ай. Ай-яй-яй. Хорошо, помню, что здесь дорога идет вправо. Мы вернемся к ней. Но сначала хочу разведать эту радиовышку. Опа, смотрите. Вот я нажимаю R. Так, я не могу пройти здесь. Черт. Это просто столб электрический. Это не радиовышка. Ну что, нам нужно туда. Давайте пока идти по дороге. Мне кажется, она туда нас и приведет. Или, погодите, или в эту игру можно играть не одному, а в коопе. Что было? Мне страшно, ребят.
Мне правда страшно, мне неприятно. Что-то вообще не хочется. Смотрите, костер. Что это? Непонятно. Так. Где все? Я должен посмотреться. Это оно! Это оно, блин! Где? Это что, кровь? Где кровь? Нажмите C, чтобы... Ага, окей. Вы используете эту способность, чтобы залезть во всякие узкие места. Так, если застрянете возле коротких деревьев... Crouch... Ага, короче, присесть, приседание может вам помочь. Окей, я понял. Где кровь? Вот это кровь! Мне нужно, мне следует пойти к башне рейнджера. Может быть, там я смогу найти помощь. Погодите, а мы можем залезть сюда? О, мы можем залезть. О, все в крови. Короче, здесь мои друзья должны были быть. Я должен был здесь встретить. Тут есть сюжет у этой игры? Я еще, честно, думал, что мы будем просто бегать. Это, знаете, такое... Ты начинаешь игру и просто бегаешь. А тут как-то прям есть история какая-то. Ладно, идем. Я правильно сделал, что пошел по дороге. Иначе я бы тупо заблудился. Интересно, здесь есть карт? Край у этой карты. Смотрите, столб. Ой. И как будто, блин, через камеру, да, все снимаю? Я просто снимаю это дело. Интересно, эти шаги, которые я слышу. Это реально... Оно бегает! Или это просто так пугают меня? А! Нет, 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 нет! Пожалуйста, нет! Я иду прямо к нему или как? Да, оно там. Как оно появится? Как оно будет выглядеть? Откуда оно выходит обычно? Окей. Неужели прямо вот сюда? Ну, я не уверен. Какого хрена? Какого хрена это? Так, нажмите правую кнопку мыши, чтобы видеть дальше. Это используется, чтобы убедиться, что вы не идете в ловушку. Фонарь не помогает. Эта функция не помогает. Смотрите, она прям... Она долбит мне по ушам. Может быть, они хотят, чтобы я через лес пошел? Это какая-то ловушка, да, такая? Что это? Это дерево, да? Просто дерево. Оно ушло. Я поборол свой страх. Там оно стоит, вон оно стоит. Втупляет, побежали отсюда. Нафиг. Лучше по сокращенной дороге идти. Вот так вот. Спокойно идем. Блин, здесь как-то еще страшнее. Не могу забраться. Не могу забраться. Я застрял, мать! Ты где, черт? Я пытаюсь присесть! Дерево, отпусти! Отпусти дерево! Ребят, я застрял в дереве. Ну, блин. Вот, наконец-то. Что ж такое? Так, я должен выйти как-то на эту чертову дорогу. Зря я пошел сюда, да? Нет. Давай, Евгений, давай. Запрыгнул. Ой, блин. Пожалуйста. Ладно. Просто идем дальше, как шли. Идем, как шли. Не паримся. Да как же так? Как так могла игра со мной поступить?
Он не дает мне, блин, пройти. Как так? Это же просто кустики. Я должен их прям прибить. Но нет, они сильнее меня. Кустики меня одолели. Пожалуйста. И... нет. Самое страшное — это первая встреча. Надо просто первую встречу пережить, а дальше будет нормально, как по маслу пойдет. Давай же. Да сволочь. Вот. Может, я на дереве смогу спрятаться? Не, надо большое по размеру. Да черт. Такое ощущение, как будто уже Inception начинается. Посмотрите, как... Ой. Я не понимаю, оно идет за мной или как? Я вышел. Я почти вышел. Да пожалуйста! Да по... Давай, есть! Найс! Сюда! Одинокий рейнджер, спаси меня. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, я добрался. Знаете, встреча с ним не так страшна, как не встреча с ним. Пока ты вот идешь, и ты не знаешь... Блин. Похоже, радиовышка не работает. Я не прочитал до конца. На монтаже подставлю. О, оружие! Короче, два, это экипируемую, это винтовку. И потом снова нажать можно, чтобы убрать. Один предмет за один раз нужно держать. Сражаться с Сайрен Хедом? А у меня даже курсора нету, чтобы стрелять. Сколько патронов-то у меня? Какое задание дальше? Туда. Слышите? Идет мразь. Странно, да, звучало? С одной стороны далеко, но в то же время мы слышали, как она вздыхает. Как будто бы прям совсем над ухом. По идее, мы должны были просто услышать. Нет! Она прям идет на меня бесцеремонно! Nine! Gonna die! Ха-ха-ха-ха! Я сказал, что? Упала быстро! Что? Упала и... Что за танцы гипнотизирующие? Очень прикольно. Сдохни. Все, засало. О, да! Евгений заполучил оружие в руки, теперь ему не страшно. Ладно, я шучу, мне очень страшно. Блин, ну кусты, конечно, непроходимые. Я что, устал? Я устал бежать. Ну что, прямо на меня идет, да? Прям все? Она решила разобраться со мной. А! А! Нет! Пожалуйста! А! Нет! Застрял! Блин, блин, блин. Вот тут что-то страшно. Кто же это орёт? Аманда! Сара, это ты? Линда! Кто-нибудь, какая-нибудь, какое-нибудь имя я угадал, нет? Блин, что это? Ребят, ребят! На открытую местность! На открытую! Не вижу. Я не... А, блин! Есть. Сюда. Стой.
вы кричали: «О, боже мой, Сара, это ты!» Я угадал, Сара! Это ты! Я угадал! Блин! Сара, контрольный в голову! На случай, если вдруг жива, чтобы не мучилась! А-а-а. Так, убираем. Чё, как? Что это? Патроны, походу, бесконечные. Теперь мне просто нужно вернуться к башне, чтобы вызвать помощь. О, блин. Блин. Ну на что-то не зайдет, да? Вот сюда надо идти. Но оно же не зайдет сюда. А это что такое? Просто какая-то пещера. Это она кричала. Так, хорошо, мы включили, получается. Нет, нет, нет. Я не готов здесь находиться. Я хочу домой. Это вроде бы и радиосигнал какой-то, да? И в то же время как будто бы волк. Короче, эта тварь психологическую атаку использует, я понимаю. Хорошо, что в этой игре не сделали так, что оно маскируется под дерево, чтобы, знаете, внезапно выйти на тебя. Что это было? А, это блик на ружье моем. Может быть, мне просто бежать? Что это? Не знаю. Я не знаю, что это такое. Что-то неприятное. Это дерево? Как-то странно оно поставлено. Ладно. Слишком тихо. Слишком, мать вашу, тихо и не готов. Блин, это игра топчик. Почему так тихо? Она словно дает мне зайти. Несмотря на то, что я шел медленнее, я как будто бы пришел быстрее, такое ощущение. Наверх, наверх, здесь безопасно. Пока я... Так. Hello, this is Officer Kirkland. I hear you loud and clear. We'll be giving you instructions on how to get to safety. This is the old ranger station's radio frequency, so we know where you are. We will be dispatching officers as soon as we can, but as you know, we can't get into that area very easily, so you'll have to do some legwork yourself. There is a bridge near you, down the road a ways. We can't get our cruisers past that point, so you will have to meet us there. Once you make it there, we will bring you home. Over and out. Мне нужно идти через мост. Слушайте, но знаю, как эта тварь манипулирует. I would just lay down on my back and wait. Wait for what you say? Good, you will find out. Сдаться. Нажмите Z, чтобы сдаться. Че, серьезно? Мы можем просто лечь и сдаться. Где она? Что такое? Почему? Нет! О, боже мой! О, боже мой! Где она? Где ты? Вот она прям подо мной! Подохни! Чёрт! Куда мне идти надо? О, блин. Знаете что? Чёрт. Давай, давай! Ah!
Какого хрена это было? Ты сдох, чувак. Что ж, друзья, это было чертовски круто. Я прям очень рад, что такую игру сделали. Это так. Это вдыхает сразу новую пачку стрёма в этот персонаж и мистики. Блин, вот это по-настоящему была психологическая атака. Мы продолжим играть в эту игру в следующий раз. Сейчас как-то очень страшно уже. В следующий раз, друзья, до конца ее пройдем. Не может быть не за выпуск, не знаю, насколько долго эта игра, но мы постараемся сделать максимум. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось, если вы стриманулись тоже. С вами был Юджин, и всем пять!